вами канал Виолетта Вилу. Сегодня я снимаю видео обзор на обман в магазинах. Второй выпуск. Итак, первый выпуск был про мою квартиру и одежду. А сегодня я буду снимать про обманы. Я взяла несколько подарков из своего магазина и хочу провести эксперимент. Сходить в какой-нибудь либо магазин и что-нибудь там купить. Говорю сразу, что камера у меня плохая, вы можете переписку не видеть, но я могу, вы будете, короче, видеть перед экраном, обманули меня или нет. Давайте начнем. Вот я перешла в таблицу событий распродажи. И тут есть магазин. Магазин «Чит Опис» в скобочках, а то выгоню. Давайте туда сходим. Вот мы в самом магазине, давайте же что-нибудь купим. Вот хозяйка в целом мне предлагает дружбу. Давайте скажем ей, что мы хотим купить корабль. Сколько корабль? Если что, вот как Стелла выглядит. Вот. Стелла, у нее 20 уровень. Вот. Корабль дорого. Давайте скажем, сколько мишка. Дорогой корабль. Как видите, вот тут появилось... нет, я ошиблась. Так, ладно, скажем, взяю мишку. Давайте подарим ей подарок. Вот этот подарок. Извините, немного зависает. Как видите, меня выгнали. Значит, это и правда обман. Сразу она меня удалила. Не попадайтесь в магазинах таких коробках. Ну, не попадайтесь, просто не верьте. Человек должен первый дарить, чтобы ему поверили. С вами была Виолетта Вилу. Всем пока. Не попадайтесь на обманы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Всем пока.